Мы едем на акцию добра в семью, к маме с дочкой Катюшей, светлым ангелочком, которая, к сожалению, очень болеет, у нее онкология. Несмотря на трудности, эти люди очень открытые, душевные. И деньги на продукты, на помощь этим людям нам дала Айла, та, которая учит людей быть добрыми, милосердными, помогать другим. Мы пришли в гости к Катюше, ее маме Наталье. Вот мы принесли самые необходимые продукты, всякие вкусняшки. Да, все это от Айлы, да? Ну, расскажите, как у вас дела? Вас из больницы выписали недавно, да? Да, это Новый год, мы будем дома, первый за 6 лет. Все обязательно получится, да, Катя? День рождения, у нас у Катюшки еще скоро день рождения. Перед Новым годом? 17-го, да, через 3 недели. Подарки будешь получать, да, Катюш? Да, Кать, день рождения у Катюши. Вот и Новый год, и подарки, и все, и мы дома. Ну, значит, принесем наконец вам еще подарки от Айлы обязательно. Ага. Да, все обязательно получится. Айла, большое вам спасибо. Это незаменимая помощь нам. Прям очень-очень, дай Бог вам здоровья. И нам процветание их. Да, процветание, чтобы у вас все получалось, чтобы много людей, которые могли бы помочь вам, а вы нам. Да, рада, что вам помочь. Да. Спасибо вам большое. Это незаменимо очень в наше время. Все деньги, которые уходят у нас на лекарства, конечно, вкусняшечки очень редко мы покупаем. А тут вы нас балуете, дай Бог вам здоровья. Катюша с Натальей искренне, от всей души благодарят Айлу за тепло души, за переданные продукты, за вкусняшки, за радость, которую они получили. И мы зовем всех присоединиться к таким милосердным поступкам. Присоединяйтесь к нам. Давайте делать добро вместе.